Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Mitsubishi Pajero 2008 года выпуска, двигатель 3.2 турбодизель, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 154 тысячи километров. Вопрос в чем? Человек спрашивал, говорит, уровень в коробке автомат проверять на парковку или на нейтралке? У них, говорит, есть разница, насколько я всегда пользовался, я всегда проверял уровень на парковке. На нейтралке никогда не проверял. Сейчас сделаем замер и на парковке, и на нейтралке. Увидим, какая разница есть, нету. Самому это очень интересно. Завожу автомобиль. Автомобиль прогретый, коробка в рабочей температуре. И проверяем уровень. Ну, сейчас автомобиль на парковке стоит. Завожу. Здесь вот второй щуп находится, который у нас на коробку. Вытаскиваю его, сейчас протру. Здесь у нас метки получаются на горячую вот эти две зазубринки, на холодную низу. Масло у нас на горячую по максимуму, по верхней зазубрину, и с одной, и с другой стороны. Щуп пока до конца не вставляю. Идем, переключаем на парковку, то есть на нейтралку. Стоит на парковке. Вот переключил на нейтралку. И точно такой же уровень масла по верхнюю риску, поэтому разницы нету, какой у нас стоит на селекторе выбор, нейтралка или уже стоит у нас парковка. Что на нейтралке, что на парковке, у нас в систему масло не уходит, насос работает по кругу. Так что этот миф развеян. На парковке, на заведенную, и так проверяется уровень масла. На этом все. Всего вам доброго.